Всех рада приветствовать на моем канале. Сегодня я постараюсь сделать веночек для детского сада. У детей праздник весны. И задали сделать веночек на голову для танца. Там какой-то танец у них будет. Вот у нас магазин «Планета» есть. Там по 99 рублей вроде кто-то увидел. Вот. Но, к сожалению, когда мы поехали уже в этот магазин «Планета», там такого не было веночка. Ну, что делать? Зашли в «Фикс Прайс», купили вот такие вот искусственные цветы. 55 вот рублей. Это, по-моему, тоже 55 рублей. Да, 55. И вот такие тоже 55. И старый... Там я уж не помню, какая-то там вещь была... Я вырезала вот такую вот полоску, сшила ее, конечно, руками сшила. Вот здесь я сделаю вот такую липучку, только черненькая, белой тоже не было. Ну ладно, ничего страшного, тут у меня будет такая маленькая липучечка, вот так вот будет. Вот, и здесь вот хочу, это, наверное, я буду отрезать в каждый цветочек и вот так вот делать. Не знаю, как-то так вот, думаю, получится. Ну, потому что иначе, я не знаю, готовы эти веночки. Мы не нашли нигде. С мужем объездили очень много магазинов. Так, а на заказ делать, это выходит около 500 рублей. То есть легче сделать, конечно же, самим. Да и, думаю, и приятнее. Кстати, когда были в «Фикс Прайсе», нам дали вот такой вот бюллетень. Изысканная подвеска в подарок. Нужно с чеком подойти, и якобы вот дадут такую подвесочку. Потом, если что, покажу в своих блогах. Вот. Ну что, пожалуй, я, наверное, начну. Изначально я хотела сделать вот из этого каркас. Каркас вот... Так вот, но потом подумала, ну не знаю, как-то вставлять в эту, что ли, не знаю. В интернете очень много на проволоке делают таких вот веночков, но мне не понравилось. Не знаю, попробую сделать сама. Сейчас я вот обрежу цветочки все. Вот эти вот обрежу и посмотрю, как у меня что будет дальше. Моя композиция будет выглядеть приблизительно так. Сейчас я это пришью. Так, ну вот, в некоторых местах я уже наметала вот главное, вот эту большую. Ну вот, что у меня выходит. Думаю, неплохо. Из остатков у меня осталась зелень. Два цветка таких вот. И розочка. Я их тоже куда-нибудь приделаю. Вот. И травка. И, в принципе, наверное, потом сделаю липучку. Померю еще раз по голове, потому что у меня тут маленькая деформация получилась с этими... с тем, что я пришивала. И, скорее всего, я, наверное, вот это же возьму, этот стебель, возьму за основу. Так вот. Наверное, скорее всего, я ее засуну. Все-таки же решила. По-моему, все равно, по-моему, выходит красиво. Такой шикарный, пышненький, точнее. Красиво. Посмотрим. Сейчас я закончу и покажу уже готовый результат.
Ну и вот, моя композиция готова. Все пришила. Изначально я еще в композицию хотела добавить вот такие две лилии. Но, честно говоря, я посмотрела, и ну что-то они как-то не особо вписываются. И я решила без них. Еще у меня вот такие зеленые листочки были. Я тоже вроде как хотела засунуть сюда куда-нибудь в композицию темненькие такие листочки. Но посмотрела так, ну что-то тоже лишнее. В общем, без них как-то. Вот. Получилось, по-моему, шикарно. Не умея делать этого всего, получилось, я думаю, хорошо. Сейчас я попрошу доченьку померить, как это будет смотреться на головке. Ну, какой здоровский венок получился. Ну-ка, покрути. Покрутись. А сзади? Ой, сзади шикарно. Да? С таким платьем в самый раз, да? Красивая? Да. Саш, красивая у нас девочка? Да? Красивая. Будешь танцевать с таким веночком, да? Да? В садике выступать будешь, да? Красота.